Электропоезд «Ласточка» впервые на Самарском вокзале, куда прилетел прямиком из Санкт-Петербурга. Как и положено, осенью птица быстрого полета отправится в южном направлении, в Саратов. Первая поездка станет тестовой, и будут проверять, как «Ласточка» ведет себя на довольно извилистом пути. Одно из главных достоинств поезда из семейства высокоскоростных, родственника «Сапсана» и «Аллегро» – передовые технологии, делится машинист Олег Богданов. Технику управления он осваивал под руководством немецких специалистов. Этот поезд очень умный. Он может ездить как на автоведении, на круиз-контроле может ездить, как обычная машина может. Задать ему скорость, и он будет ее скорость поддерживать. Салон тоже выглядит весьма современно. За хорошую погоду отвечает система климат-контроля. 5 вагонов рассчитаны на 340 мест. Скорость, которая может достигать 160 км в час, совсем не чувствуется. И даже привычного стука колес не слышно. Первое впечатление – «Ласточка» буквально взлетает. Движение поезд начинает плавно и практически бесшумно. Комфортно обещает быть вся поездка. В салоне установлены мягкие и удобные кресла, но главное удовольствие от пути – прекрасный вид на волжскую природу через огромное панорамное окно. Пока «Ласточки» гнездятся только в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. Высокотехнологичный поезд доказал непредвзятое отношение и к холоду, и к жаре. Может использоваться на железных дорогах Российской Федерации без ограничений по климатическим условиям и по условиям движения, то есть по состоянию пути, где температура наша не превышает плюс 40, либо ниже минус 40. «Ласточки» могут появиться и в Самаре на постоянных маршрутах. Самара-Саратов выбрали не случайно. Обычно на этом пути приходится делать долгую стоянку в Сызрани, чтобы поменять локомотив. Здесь он свои возможности хорошо реализует. То есть, если раньше пассажирский обычный бы поезд, тот стоял бы минут 40-50, только бы из-за смены тока, то это за 4 минуты. В итоге до Саратова «Ласточка» долетает за 5,5 часов. На 3 часа быстрее, чем самый скорый из имеющихся поездов. Саратов можно назвать младшим братом Самары. В 1590 году его основал князь Григорий Засекин. Правда, памятника воеводе в Саратове пока нет. Но общее с Самарой найти можно. Путешественников на привокзальной площади, отдаленно напоминающей Самарскую площадь революции, встречает памятник Феликсу Дзержинскому, который стоит на постаменте, где раньше была скульптура Александра II. Одна из достопримечательностей города – проспект Кирова. Когда-то местные жители называли его Невским проспектом. Теперь зовут Саратовским Арбатом. Не так давно здесь установили памятник главному герою народного гимна Саратова – холостому парню, который ждет свою возлюбленную. Саратовцы любят бывать в Самаре. И запуска нового экспресса ждут. Удобнее станут и рабочие поездки, да и полюбоваться самарскими красотами. Желающих много. Я потому что ездила на Самару. Все-таки ночью ехать с Красной – это лучше. Он добирается, и, наверное, он все-таки комфортабельный какой-то, лучше, чем обычный поезд. Мне Самара вообще понравилась. Это большой, очень чистый город, очень большие дороги. Вообще я люблю Самару. Мне нравится. Она очень чистая, очень хороший город. И люди там хорошие. Это очень интересный проект, потому что я ездил к сыну в Самару 6 часов за рулем. Лучше 5 часов в поезде, конечно. Очень хороша набережная, кстати говоря. Она намного красивее, шире и благоустроеннее ваша набережная самарская. Ну, говорят, аквапарк какой-то очень хороший там. Красивый, чистый город. Этот маршрут, как мне кажется, саратовцы ждут давно, потому что необходим был быстрый достаточно способ передвижения от Саратова до Самары. В свое время у меня была возможность прокатиться на «Ласточке» в Сочи, и я знаю, что это достаточно удобный вид транспорта. «Ласточка» действительно не похожа на привычные поезда. К примеру, чтобы попасть в вагон, не нужно ждать, пока двери откроются. Все решается одним нажатием на кнопку. Новый состав тестируют для программы «Дневной экспресс» на Куйбышевской железной дороге. Первый маршрут «Самара-Пенза», который запустили весной, пользуется популярностью. «Дневной экспресс» – это не просто перевозки железнодорожным транспортом. Вот на примере, опять же, поезда «Самара-Пенза» мы видим, что развиваются мультимодальные перевозки. То есть пассажир, обратившись в кассу, железнодорожный касс может купить одновременно билет
железнодорожный билет на поезд и талон на автобус по установленному маршруту. Это достаточно интересная программа, все для удобства пассажира. Вопрос пока вызывает пункт техобслуживания, ближайший для высокоскоростных поездов в Подмосковье. Но в перспективе гнездом для ласточек может стать депо «Безымянка». А в планах запустить еще два дневных экспресса – до Саранска и до Уфы.